Социальные танцы стремительно набирают популярность по всему миру. Количество танцоров с каждым годом растет. Сегодня это сотни тысяч человек. В каждом крупном городе мира еженедельно, а во многих ежедневно проходят вечеринки. В год проводится около сотни фестивалей. Социальные танцы – это огромнейшее сообщество людей, объединенных любовью к танцам. Возможно, вы до этого не знали о таких танцах. Вы можете спросить, что такое социальные танцы? Чем они отличаются от других? Вся прелесть социальных танцев в том, что научиться им может любой человек. И их не нужно танцевать все время с одной и той же партнершей. Можно пригласить еще одну. Потом еще одну. Можно и не одну. Так может продолжаться сколько угодно. Можно даже поехать или полететь в другой город или страну. Прийти на вечеринку. И там танцевать с девушками, которых вы до этого ни разу не видели. Социальные танцы – это универсальный язык общения, который понимают танцоры по всему миру. Люди танцуют, отдыхают, общаются, знакомятся, влюбляются и весело проводят время. Теперь вы знаете, что такое социальные танцы. Вам осталось только найти танцевальную студию в своем городе и опробовать все их прелести на себе.